Начинаем работать. Первую песню я все-таки спою афганскую, потому что часто свои выступления перед любой аудиторией, самой гражданской, в писательских поездках, я начинаю с нее. Называется песня «Девятая рота». Это та же самая рота, о которой был снят, я считаю, плохой фильм одноименный там, но тут показано в фильме, что как эта девятая рота попала в передрягу в конце войны. Я тогда тоже был в Афганистане, но не был тогда с девятой ротой. А в начале войны девятая рота участвовала в первом самом страшном бою, вместе с нашими КГБшниками брала дворец Амина. Еще на границе и дальше границы стоят в ожидании наши полки, а там на подходе к афганской столице девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала партбилеты, из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянет собой до рассвета, то не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, а все же она оставалась войной. Идет по Кабулу девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Пускай коротка ее бронеколонна, последней ходившая в мирном строю. Девятая рота сбивает заслоны в известном декабрьском первом бою. Прости же, девятая рота отставших, такая уж служба, такой был приказ. Но завтра зачислят на должности павших в девятую роту кого-то из нас. Но завтра зачислят на должности павших в девятую роту кого-то из вас. Войну мы опять называем работа, а все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, пусть нет никого у нее за спиной.